Шарпи, ему ты уже станешь? Или вы его снете нахуй на пиле? Веди сам, могу. Поставьте джейса кто-то. Ладно, наверное, я, блядь, буду их всех вверху тащить, потому что тут кто-то ёбаный жиробат. Ой, батя, нашел. Да нету дивана. Да, падайте, бегите. Не выйдете никого, вас трешак убьет. Кто там побежал, да? У кого сейчас фитнес? Император, вставалка есть? У кого кеш шаман? Нет. У меня СС есть. Угу, все. А смысл? По-моему, есть у кого джипс? Нету джипс. Так, да я... Я уже умирал три раза. Передайте. Проблема. Ты должен, блядь, на дольше будет так, чем это. Ну, ты мне перед этим был уже. Немного. Сманяйте мне, когда я Даларан загоняю, а то красный не вариант. Ёбаный урод. Готовьте дживс. Еще раз. Кого? А, не, все. Там есть уже живые в инсте? Есть. Ну так сумоньте. Ну так нехуй тело покидать. У меня защиты не было.
Слышишь, ну ДК вообще с огромным бором мы обоссали просто на ура. Все, потряшу кого-то. Шкаф ставим. Войд в танка, микстурка на бой. Хотя не, войд на бой. Какого хера вы в двора не делаете? Тусим. Мне похуй на твой ремонт. Ты уже мог долететь давно, блин. Войда присмотри. Нужно подойти поближе. Фулл ребафер. Сда. Так у меня мастер лагает. Нет. Да, только. Это вот такая хуйня. Это даже не лагание, а скорее всего микрофон пропадает звук. Ну, типа отдаляется ртом. Это скорее всего кнопка просто не нажимает. А, ну или так. Рыбу жрём. Я в свой дом на трэшке сидел. Фу, блядь, пойдем. Смикстур. Я не знаю, я тут не танчил еще трэш. То, чем, да лучше кидай, чтоб они на тебя сагрились и все, подводишь ко мне их.
Листок это тоже так. Угу. Мне в хиле так и оставаться. Слекай себе. Ой, чё не хватает? Задум. Хан, ты тут? Звезду нахуй. А мне нравится ник Ханта. Стоим, ждем. Побежали под балл. Впереди баллом. Агро дайте, стопните чуть-чуть. Костель стопни. Император, стопни. Стопнули. На босса забрал. Почему вы, Локи, не стоите, сука, под боссом? Сзади стоит. Дай капну, Настя. Блин,
мусор. Ауе, стоп. Похиливать. Алло, дискал. Стоп. Ну сейчас босс играет. Куда сейчас пойдешь? Показывает табличку? Нет. Да. Нет. Тогда не показывает. Нет, не показывает. Нет. У кого не показывает? Показывает все. Так у тебя, может быть, аддона нет, у кого не показывает? У меня нет. Кому по спеку, тому и показывает. Ты же жазлки подожди? Да. Да. Да, а, ну вот, потому что по спеку, да. Чего сейчас пробуем, мастер? М? Как думаешь? Каратреса, не думаю, что... Ну, я один хулипал. Ну, если каратреса, играть по-другому будем, у других боссов. Костя, тебе надо? Просто... Нахуй вы... Сагрили. Грит это чё? Хило внешне. А грит это раз... Микстурка есть распыл? Угу. Ну, у нас, я не знаю какая, у вас там... Кто, сука, агри, трэш? Двоих подержать это кого? Ну это на успех сейчас буду троллить. Хорошее кольцо будет. Вы что, все вместе сводите? То есть вы шамана и пристань держит. Дай меня. Мне жезл за 10%. Потому что мы у всех боссов по отдельности держим. Жезл за 10%? Он хороший какой.
Ну его никто же не ролит. У тебя дом. Давай обменный. Да, у меня нету, я отключил. Ну поэтому не видно, что ты нажал. Я а у вас ничего не нажал. Я не ролил его. Ну а что мы, как будем отдавать, за 10 или за как? Ну если... у него геровский, с CLK, в смысле это только меткость дает, а так они одинаковые. Я не знаю. За если он никому не нужен, то я за 10 заберу. Если кому-то нужен, то он мне не надо за фу. Кидает мне. А что у нас, типа, если одному человеку шмотка нужна, она за 10 будет идти? Ну а что а ее диспелить? Что-что? Еще какая? Жез. Ну вот эта шмотка. Ну у него, смотри, просто будет. У него 77-й жезл, так же самое с сокетом. Это с CLK гер. 10%. Ну, там за 10%. Шило на мыло, это такое. Чисто с боссом, ну нет, вроде я без... Ну-ка, дайте ханту ассиста, пускай расставит метки, как они бьют у себя в гильдии. Потому что мы пойдем одного хули. Там еще трэш стоит. Что-то я тебя в итоге не вижу. Сейчас. Ворон здесь очень редко. И боешь. Ну тут боешки, если падают, то дорогие. Ну я тут еще не видел, чтобы стресс ворон. Что, у вас один типа... танк может держать двоих, да? Буду один двоих держать, что делать? Главное, чтобы силы держали вести. Буду прожиматься постоянно. Ну в прошлый раз, я помню, меня уложило, когда я двоих держал. Не знаю, посмотрим. Если хила найдете, с одной ордру можно в танк вывести. Блять, у нас как раз таки мы бьем другой тактики, потому что нет. Холи. Ростя, скажи мне, что тебе тут надо, стал босс? Что? Тебе с этого босса надо что-то? А мне? Ну, блять, нет. Зайди лучше на шама, давай так, императора в ДД спеку. Потому что анхолика все равно не будет. Это без Б. Угу. Дайте Асита ханту, еще раз базарю. Слишком далеко. Не видно рейд. Время. Сейчас собру выйдет, да. Ну, короче, двоих держат квадратики. Бабу держат. Вот и. Звезде. А шамана вот тут держит. Получается, что рейд встает туда за звездой. Вот сюда. Кто ливнул? Убивает звезду. Прости, он на шамана сейчас идет. Потому что тут нужен будет жесткий хил. Наверное, сейчас может даже и в 6 хилов пойдем. Не, наверное, а скорее всего так. Мне надо. Это, блядь, хули палец. Танковать получается. Шарпи, я войд. Ну, хули пала нам все надо. Видите, это хули.
холипал получается хилит частица на этого, на микстурку, и хилит того, кто ромбик там читает. А холипала подхиливает хил, который тут везде стоит. Да. Так, еще раз. Кто держит двоих и где? Вон в квадрате держишь двоих, ханта и босса. Когда мы убьем звезду, я заберу ханта. Надо кого-то, чтобы ромбик танчить. Смотри, хант дает пэта, то есть пэта кто-то должен тоже держать. Или он будет вешать, ну, вайпать рейд. Троих я точно не смогу, меня пробьет. Давай заходи, хант. Там же пофиксили копье. Ты давно не играл, наверное, хант. Там копье 8000 бьет. Или 20. Вот, раньше оно 50 тысяч било. Ну так оно будет кидать пиявку не только на одного человека, хулипала, а на людей в рейде. Если оно будет кидать только на хулипала, то хулипала придется им разливать часто. Лиги на 4. Так, если у какого-то шипа или мага заберут ману, то это не критично будет. Мы обычно босса добивали в половину рейда, у нас половина падала. Так что можно даже 7 хилов. Мы всегда добивали босса, у нас половина ложилась. Начала на СС повесила. Три друида, три поля. А мне на кого? Тоже нужен это на любого. Сколько хилов? Дайте я расставлю скиллы. Ты это сколько хилов будет? 5. Я не знаю. Да не, вот 6 или 7. Одно из. Каких 7, да? Вот таких. Я тебе говорю, вот двоих боссов, когда хилов. Один танк держит, вот увидишь. Сейчас, блядь, один танк держать нормально, ты кашляешь. Сказывайте мне, блядь, 7 хилов. Это хант? Да. А ты в Диси говорить можешь, хант? Чё ты будешь танчить? Ромбика? Двоих будет. Ну, режим рации, это значит, ты... Микрофон у тебя есть, нет? Ставьте шкаф. Шкаф поставьте. Блять, у него уже 25 тут есть. То, что ты, ну... Ты хочешь, чтобы мы били писта и шамана или первого ханта? И он будет стоять вместо тех же шамана. Ты понимаешь, что когда он поставит тотем огненный и мы еще не убьем бабу ледяную, то по рейду будет такой дамаг, что мы просто охуеем. Ну, если бы мы еще косты сбивали с этому тотему туда. Еще в тотем свечится. Ну смотри, за 2 минуты... Это хуёвая тактика. Если мы за 2 минуты бабу сливаем, то тогда имеет смысл. А мы её сливаем за 2 минуты? Да, сливаем. Смотрите сами. Бабу ставить рядом с шаманом, бить бабу, потом шамана, а ханта тогда куда? Блин, ну смотри. Просто ты говоришь, все сапроты. Мы убивали этого босса без сапротов постоянно. У нас сапроты пили там 3-4 человека от силы. И то даже, по-моему, только танк пил. Танки и хилы, и у кого меньше. Но у него тактика под сапроты. Хуйня. И вообще их и так тут надо пить, даже если не ставить шамана рядом с пистом.
Ну, а что мы всегда не пили тогда? И убивали. Я не знаю, кто там не пил, может быть, Милики. Но если РДВ не выпьет цепот, он подохнет. Ой, блядь, ты никогда не умирал, нахуй. Да, я система. Чё говоришь? Пошел Вилюжин и все, без сопротов теперь никак не убивать. Пиздос. Я же говорю... Ассиста, да, ему будет. Я же дальше говорю, Милики не пили сопрот. А, РДД. У нас и кастеры никогда их не пили. Ну да, и дохли. Кто? Спроси у Чулана, он тебе скажет, кто там что пил. Ну в этом есть профит, почему нет? Не пей, вот зайди на Акфелшер, не пей, и я посмотрю, как ты играть будешь. А что ты у нее хочешь? Я 32 хп. У нее уже стало нормально хп, было там что-то вообще 23 или что, блядь. Босс, короче, не знаю, что вы говорите, либо раздавайте саппорт, либо что-то делать. Он кусал. У него тактика под саппорты, он вам рассказывал. Ну, давайте раздавайте саппорты, кто там главный. Его убить. Именно сюда в трусы ханта, да, поставить? Угу, угу. То есть вот тут стоишь в трусах босс. Все. Давайте, если раз вайпаемся, пойдем на другого босса. Нет. Давайте сразу на другого пойдем. О, нормально, тоже идея. Не, что давайте здорово. Сейчас вот убьем, если не давайте убьем, выбьем сопрота. Алло, ребята, давайте мы сначала научимся убивать с одним холипалом, блядь, а не с пяти, а не с двоими, да. Потому что у нас, блядь, будет всегда хуйня какая-то. В кресте что стоит? Таунт жми, крест и шаман, да? Микстурка, раздай саппорт. Где холипал стоит? Нет куда холипала, поставь чисто. Сакрас, у нас нету второго холипала, чтобы быть, блять, по второй тактике. Да, раздавай саппорт. И что, холипала не кинет пиявка с треугольника, что ли? Но он за стенкой стоит, так что... Сука, вы мне дадите взять их? Здоров. Фу, блядь. Фу, пидор, сука. Будь здоров. Обмен даем. Так, значит, что я босс, я так понял. Тот ДК танчит двоих, только Милики саппорт. Правильно я понял? ДК двоих танчит. Ханта и Петра, все правильно. С хантом Петра комплект. Микстурка. А хилы где стоят? Где весь рейд стоит, покажите. Давай. Поставь метку, где хилы стоят. Там спрашивают хилы. Ты сейчас говоришь им, раз сосутся, они встанут сюда, где трусы, и будут копье получать. Набирайте между собой рейндж. Возле луны не стройте хилы, потому что там будет холипал. Если в него полетит вихрь, надо будет баба вандовать, чтобы захитить. Ну каст он не сбивает, разве вихрь? Ну, каст блядь, и он если подкинет, там мид дебаф накладывается, блядь, минус хаста, как от пельмени. Ну вот. Все хилы не должны стоять в одной точке, чтобы одновременно не словить дебаф. У нас 6 хилов. Холипал стоит в луне, это. Чё там раздался, Флот? Ну, потихоньку обмены мне дают, кидаю. А
оно микс только станет в трус. Сейчас. Ну, у тебя хилка. А то. Нет. Вот ну, надо видеть его, конечно. Что ты хотел? А, ну так. Уставь мне луну. Подожди, а я не понял, как частица работает? Ты дал на него эту самую... Вот смотри, вот по мне сейчас по косту свет небес. Я в кресте стою. А по микстурке идет? Достает, надо кастовать по тому, кто в поле зрения... Кто видит его. Кто видит его, да? То есть мне придется хилить. Ну и смысл тогда этой хуйни? Нахуя? Так можно вообще без хулипала тут играть. Хулипалу? Хуйню какую-то придумали, блять. Он не может одновременно хилить две эти метки. Вы это понимаете? Частица по нему, а хилю его. А смысл? Если он заколол. Тогда смотри, ты кидаешь частицу на таунт жми. Подожди, подожди. Вот микстурка сидит за стеной. Стань, блядь, в крест. Ну, блядь, я же уже вставал. Ну, я говорю, ты кашляй. Да какая хуй разница? Вот по мне кастуй. Смотри, я кастую по микстурке, по тебе тоже. Так что смысл нахуй? Нет, я не понимаю, что вы хотите этой хуйней? Здесь? Надо, чтобы свет, чтобы частица работала. Как, блять, вы поставили метки? Ну, короче, это получается, я стою один на этом, блять, и мне не надо хилить. Ну, короче, я могу хилить двух танков. По идее, одного хилить, и в меня не будет влетать кокер. Если я буду следить. Ребят, давайте быстрее, у меня 20 минут осталось, потом я ухожу. На замену, да, что, ничего не будет. Ну окей. Ладно. Кто кого хилит, я так и не понял. Вот я босса. Я хиляю микстур. Меня тогда кто хилит? Хилы. Мастер. Какие хилы? Все. Ты, мастер, должен хилить звезду и трусы, бля. Я место нашел, я везде всех достаю. Ладно, давай. Вот повесь сейчас на меня, я стою везде частицу. И похиль это самое. Микстурку там, где вот этот ДК стоит. Ром, дойди до крестика, пожалуйста. Так ты сам тут должен стоять или что, я не понимаю? Я в звезде должен стоять, босс в луне. Притык. Или где там, блядь, ты ставишь босс? Вон в луне босс ставит. Так, чтобы, блядь, у нас было диагонали, нахуй, по диагонали. Какой луне, блядь? Чё, похер? Смотри. Там нужна диагональ, чтобы я доставал микстурку через частицу. И меня пьявки, по идее, в трус... Пал, вот, смотрите, Пал, вот где друид встанет, вот оттуда всех достает. Да нахуя всех троих. Нахуй, мы поэтому, блядь, и нам нужен. Ты Джурада не... Джурада, в тебя копье будет лететь, будешь без маны. Вот с трусов летит копье. Окей, смотри. Стою я в луне, нахуй. У меня влетает копье, нахуй. И что по идее, делать? Не должно копье. Он говорит, не должно. Ну, посмотрим, как не должно. Короче. Меньше разговоров. Все поняли, нахуй. Нихуя не понял, чем мне бить левого? Вообще нихуя не понял. Мы по очередности так же все бьем? Кого вливаем, да? Приста? Первого приста, да. Потом череп. Потом трусы, потом, соответственно, звезду. О, звезда. Хорошо, достаю его бог. Где стоит весь рейд? Пизде. Вот где-то Тэма.
Вот, пожалуйста. Нахуй вы смотрите. Там встали возле вот этого. Весь рейд стоит. Вот он вам, весь рейд стоит. Вы долго дрочить собираетесь? Тотемы от звезды подошли. Подальше, потому что будет косты идти от потому главного босса. Потому что босс, босс будет косты, блядь, давать, да. Филшер тут, шарпик, на зум, выше голова. Так, ну, вроде все ясно. На зум. Отчет на пул. Нет, мобов захватить еще. Помню. Да не будете рвать. Типа, крайне не идут, ёбаный брод. Ой. Вопрос такой. Ты скажи, копье в тебя летит? Нет. Угу. Да не, падайте. Падайте, да. Вы чё, блядь, дедашники, охуели вообще? Ну вот этот пучинный скрытень, микстурка его не должен был забирать. Ну... Я их не смогу всех сразу мешку. А нахуй вы блядь, бьёте? Ещё один. 10 секунд остается, чувак, давай! Прессы всех. Прессы. А нахуй вы бьёте, если танк не поставил ещё? Хотят показать ДПС, я хуй его знает. Нахуй такую хуйню придумывать, что отводить для этих пидоров. Танчи их тогда на том пьедестале, где они стоят. Что так нельзя? Всех звезде танчим и все нормально. Я должен троих танков. Короче. Сейчас сделаем так. Я тебе расскажу, Вадь, почему танчится там. Хочешь? Потому что, блядь, стоит босс вот тут, нахуй. Копье не летит в никого, даже в меня не летит. Это все охуенно, а пет ханта тоже будет ДК точить, да? Да. Вопрос такой. Если пет, который отбрасывает, будет что-то, да? Все ломается. Короче, сейчас даем один трай. Окей. Один трай. Добро. ДК стоит в стенке, нахуй. Куда его откинуть? Сейчас даем один трай. ДПСить начнет типа команде. Никто не ДПСит, пока я не скажу. А ну, мастер, достаешь хилку? Проверь. Алло, ты где, нахуй? Фелша? Мастер, в луну встань, похиль меня. Баф дайте. А ну, подожди. Каску. Вот так достаешь. Как эти тоны, если войти там? Если себя херай, то достаю. Ладно, сейчас рыбу поем и раздам бафы. Каски, да. Просто дамажить начните попозже. Ну или 4 танка ты можешь успеть. Ладно, давай так. Че, шарпи, спекайся в танка. Ты не понимаешь просто этих людей в гильдии, нахуй. Они хотят нахуй убить всех боссов за 5 минут и пойти спать. Вот просто, блядь. Ты не значит, знаешь. Значит, смотри. Шарпи, ты будешь танчить череп. Это этот, который Виндфури дает. Таунт жми, ты будешь танчить крест. Таунт жми, слышишь? Вот. Выбирайте агро на своих мобах. Микстурке сообщите о том, что нужно забрать этого, как он называется, питомца. Чекнул.
Пускай питомца танчит в кресте, либо в черепе. Питомца, да, заберите просто в крест туда, и все. Два танка там будет. Не осуждайте мне жизнь, блядь. Да, да, конечно. Ставишь метку черепа босса рядом с боссом, на котором крест. Уже начинайте считывать рейд. Скоро дам отчет на пульт. Считывайте рейд. Первую прыжинку Т4 дам я. Даю отчет. Пается, дайте поставить. Стража к бою! У нас гость! Дал Т4. Следующий кто-то Т4 дайте. А мне? Пора. Копье летит. Нет. Все отлично. Хиливайте рейд. Шарпи прожимку давай. Шарпи держите на фул. У вас 6 хилов. Копье походу в друида прилетело, потому что я без маны. Молодец. Классная на хп. И потом на ману. Кристель на хп. Бычьи головы на хп. Летит копье отсюда. Назад на хп. Да это бред, ложитесь. Диваны дайте. Ну и что вы там ей хп оставили этой курице? Да хрена. 4 ляма. Фелшер 9. Как тебе Рога будет сбивать каст, если иногда... Да там все РДшники в этом урагане, блядь, пидорасились. Вот-вот, это реально неудобно. Такой хуйни никогда не было. Нету места, где разжаться нам. Ну шо, кто встает? То самое чувство, когда ты хилишь, блядь, весь рейд. А не только там. Ладно, теперь скажите, в чем проблема сейчас будет, если мы по старой будем бить, зальем первого ханта. Второй танк освободится, пойдет помогать там с другим боссом. Потом будете заливать бабу. Будет резко шамана посадить. Ханта, пиявки и копья будет летать вас. Весь рейд пусть, будет... пусть. Будет не один хил быть. Один хил чисто на тотемах, да, на вот этом шамане. То есть ты. Весь рейд будет получать копья. Дадутся бомжи там, т.д. т.п. Будет заливаться этот босс. Потом какие-то хилы будут еще на Вайде и на Шарпе там хилить. После... Я не знаю, какой весь рейд в одной точке стоит. Вы должны рассредоточиться нахуй по всей комнате. Все встали в одну точку, думают, что для вас вихри не будет кидывать или... Короче, давай, мы тут застряли, один трай, идем дальше, все. Давайте бьем по нашей старой, так, но заливаем хант. Первый хант, потом идет баба. А, все. Подожди, если баба будет, блядь, первая, а баба будет стоять там наверху, кто будет? Два хила идет туда просто и хилят танка. Ну смотри, вы хотите ханта первым залить, получается, надо да. Просто поменять местами ханта с бабой, правильно? То есть ты между бабу туда в жопу увезти, а ханта здесь залить? Теперь премию надо дать.
будет танчить микстурка. Потому что на этом можно бомжей дать, ДТП, копье будет кидаться в бомжей. Не, поставь на микстурку, поставь ДК, у него 4-5. Дай прожимку под басомиликом. Блядь. Чё микстурка? Смотри, тот, кто держит ханта, соответственно, в углу, как мы и держали, дает бомжей этот ДКшник. И все копья в основном кидались для бомжей или там куда-то такого плана. Короче, понял? Мастер, в черепе стоит шаман, ты хилишь его. Вот. И один паладин на шамане, да. Так, босса держит кто? Шарпи. Шарпи. Где держит? Так же, как и держали. Возле входа один справа, это тёлку, да, держит? И надо здесь будет вам два хила Шарпи и хилили это, скажи мне. Даже можно три хила поставить. Где вот здесь держит босса, везде, да? Вот здесь одного, да, второго что-то слева. Ну все, в чем проблема? Кто будет хилить это меня в крестике? Какой хил? Так, ты у нас... крестик будешь, да, держать? Тебя хилить будут три хила. Кто? Каких-то назначенные на рейд, которые идут. А как они будут хилить рейд именно? А ты крестик стоп хочешь держать? Ну, баба. Это баба. Ага. Тогда смотри, два хила ставятся, но я так предлагаю, которые смогут какое-то время протянуть. То есть простю поставим и поставим какого-то друида. Они, ну, они будут хилить. Даже можно троих хилов. Поставить рейд, который был. Трусы у нас хан заливается, да? Одного хила на крестик. Кто у нас крестик подержит? У нас подержит крестик микстур. Блять, нахуй вы, сука, охуевшие такие, заебали меня уже, сука. Идите нахуй. Я танчу крестик в крестике. Микстурка танчит, блять, этот. Почему ты крестик в крестике? Крестик наша в крестике. Старая тактика. Микстурка танчит треугольник. Треугольники. Вот он, треугольник стоит. В звездочке стоит Шарпи с боссом. В черепе стоит... Закройтесь, нахуй. В черепе стоит ДК вот этот. Вон там. Его хилит мастер, нахуй. Все. Меня хилят в кресте Простя и Мосса. Остальные хилят возле треугольника из звезды рейд. Сливайте ханта. Что непонятно еще? А хант это трусы, да? Ну ёбаный рот, ну нажми нахуй, на нем трусы, блядь, стоят метка. Это последний тайм, блядь. Чё непонятно еще, нахуй? Мастер, ты понял, кого ты хилишь? Я не понял, не хочу понимать. Хилишь. ДК таунджми, ник. Он стоит в черепе, держит череп. Таунджми, ты понял? Таунджми, ты тут? Шарпи, ты держишь звезду, это босс, ты понял? Все, блядь, я держу крест, микстурка держит ханта с треугольником в треугольнике. Ёбаный в рот. Чек на пул. Хотите сливать ханта, сливайте ханта. Так а шо, идем наверх, как всегда, шо там остались? Считуйте рейд. Ну, она зашла Ира, холи паладин. У нее нету допуска, я спрашивал. Значит, Мосса, Сейви, Простю и меня, и... Ну, друг друга хильте, и меня хильте. Даю отчет. Трусы бьем. Дальше встань. Танков угонить пока. Микстурки вообще хил не влетает. Да все нормально, хилится.
Кого вы хотите бить после ханта? Бабу надо заливать. Ну так, значит, бейте ханта пока. Просто осторожно. Мосса, страхуй его хорошенько. Себя, его и меня заход. Сколько хп у ханта? 15%. 3 ляма, 2,5. Активный. Т4 есть у тебя? Угу. Когда побежите сюда, вместе с рейдом, даже рейду почти. Да я прижмусь. Пошлите. Бегите к кресту. Крест, пошлите, крест. Захил там. Мастер, захил там, он жми. Или он подохнет. Теперь давай Т4. Скоро у меня отходится. Да. Быстро зергаем от куда. От вихря отходим. Отходим от вихря. Дал Т4. Рассоситесь от вихря. Вихря и РГД разошлись, хилы в одной точке не стоят. Сомалийского прохиливайте, хилы также не забывайте. Пять тут пидораску. Классная на ХП. Быстрее рейд на фул подняли. Быстрее, быстрее, быстрее нахуй. Быстро к Назума захил. Работайте. Костель на ХП. Быстрее, быстрее, быстрее. Классная на мам. Быстрее захиньте. Заходайте, овер, заходайте рейд. Спокойствие. Верьте, сомалийский. Бычья голова на ХП. Быстрее не уроните к Назума, ебаный рот, захиньте его. Мой назад на ХП. Не уроните. Быстрее хиньте, лучше рейд. Короче, хильте лучше рейд. Ёбаный в рот. Еще лучше хильте, сука. Сейчас всех рестим и добьем. Быстрее хильте. Иннер сомалийскому. Заход ты. Штарты лё. Все, я забери пошел босса заберу. Забери, не уроните никого. Давайте, бейте. Я устал бегать в шарпе и обратно к рейду. Убили эту суку. Пошли. Честно, ебал тех рот, кто вот сейчас справа ты стоял на, за колонн. Пидорасы, блядь. Пидоры ебаные, сука, вас хилы не достают из-за колонны. Какого из-за колонны от вас стоите, блядь? Вставалка есть, просто? Берите, просто. Вставай за хилу. За хилу быстро. Кулбах на шаман. Танков не надо. БР, Мосса есть и Джурат. Значит... Танков не надо, танков не надо. Джурада, подними шреддера. Байда, есть? Хорошо, хилите. СС есть? Дал Т4, только череп бейте. И тотем не бейте. Кому СС? Дай на мозг. Быстрее. Я начал лан давал. Бейте мне ману, мозг, Джура. Костель на ману. Даю прожимку. Костель на ману. Бим на ману. Быстрее. Кому ману, если это, кому уже дэшники падали, геру можете. Все, хуярьте этого пидора. Просто хуярьте про этого долбоеба и все. Тотем захиливается, быстро всех поднять на фулхик. Сразу на фулхик. Фулбаф обновите, на комбаф. У Моса есть брак. Хуярьте эту дуру быстрее. Не надо танков бэрить, еще раз говорю, танков не трогаем. Фул ДПС, смотрите, звезда отошли. Отошли нелики. Бьем нелики. Все, теперь главное не купить. Все, значит, кто там? Микстурка или мастер? У меня... Сидишь звезду и все. Да, ты назад, давай, Отошли. Звезда 9. Отошли нелики. Отходите, отходите. Если милики не сдохнут, то убьет босса. Фул ДПС босса. Тотем захиливайте.
тотем захиливайте сразу, быстро заход или рейд. Фласки перепейте на РДДшный укосок. Не лети, отошли. 9 секунд. 8-7 секунд, отошли. Дал шивы на рейд, на всякий случай. Вот это говно защитовывай давай. Это самое. У кого, короче, присты любые, блядь, все гим на ману быстро. У Нузада 0 маны. Ели что ли? Быстро все на ману. Возложение шреддер по войну заду дай. Маны нету нахуй, рейд не без щитов нахуй. Захильте шаманов. А замедление нет. Отошли, милики отходим, дам прожимку. Захил шреддера, не ронять никого. Ну Суджира был, сука. Давай, ты тихо не мешай. Ничего, пусть самолист лежит. Я без бафа был, в смысле, после реза. По-моему, один БР должен был быть. Чулан, да. Давай БР. Мосс есть БР. А, или мосс. Это же не... Я вот думаю, ДД или не надо ДД. Просто тотем ставь. По мане хуйня какая-то. Первое зарение мозг, второе джура, да. Я ему давал уже, попросил. Босса себе. Отошли, милики, отходим, отходим. Джурада прости. Заебись, 30 косарей. А самолист, есть у тебя это возложение? Захил раздаваку. Босса, поднимай самолийского. Уже поднимали. Хилы пустые просто. Ману из жопы выставайте быстрее. Отошли. Супер из бомж. Им да. Прожимка есть, дай будет прожимка. Кому дать, у меня это скатился. Короче, делайте что-то с маной, нах. У вас нет просто, маны. Просто дай. Вот гимн пошел. Отошли, отошли. Должны добиться спокойно, как не умирайте. Хилы, осторожно. Очень осторожно, смотри. Собак вызывайте все. Отошли, милики. 7 секунд. Себя в первую очередь. Что там тотемы, гимны у кого-то хотели? Давай, отлично. Отлично. Так, у меня пожинка есть. Ну за, дай ПС. Столько попробуй тотем сбивать после. Нет, он не сбивается. Не восприимчив. Захилили и быстро. Не роняйте ДД. Прости упал. Назад без мат. Прости упал, хилы потейте нахуй. 4 ляпа. Отошли, милики. Шреддер бабл без КД, быстро захильтесь мосса, чулан. Дал пожинку. 3 ляма, приярьте. Шреддер бабл есть, напиши плюс. Главное не умирай, нету пока. Хуёво, хуй. 40 секунд. Добьём. Бля, приятьте. Ну, блядь. Отошли, милики. Минус милики. Я так понял, с маной проблема, потому что, блядь, попьяли? Вот, ребят... Знаешь, почему с маной проблемы? Тихо, я сейчас расскажу. Вот те долбоёбы, кто стоял за колонной, нахуй, справа, когда мы били приста, блядь. Из-за них пришлось бегать хуй пойми как, ловить вихри и дохнуть, нахуй. Ну, здрасте, тут такие люди, бездарные, которые блядь. Бездарные, они не понимают, что ну, на арене никто не играл. Это вот мы с тобой, хоть представление. Я тебя не хилил по одной простой причине, что я бегал еще и шарки, сука, бегал, хилил. Если я хилил... Я бегал потом таунта жми хилил, блядь, выбегал вот этих долбоебов за колонны хилить. А теперь... И потом сдох по итогу, когда поймал вихрь, блядь, сейчас... и эту хуйню. Извините, ребята, пожалуйста, давайте я сейчас... Минуточку спрошу насчет этого шмота, и потом, когда мы пойдем чистить трэш, дальше будем разговаривать. Нажимаем успех, хуек, там всю хуйню. Господа, у вас проблем? Нет проблем. Просто РЛ слушать надо научиться. Согласен.
Ура! Поздравляю. Спасибо. Так, это что у нас? Паладин, рога, шаман. Раздавака, какой кусок у тебя будет? Это раз... второй. Не рыгай, напиши, тебя не слышно. Цай пришел, на ему надо заходить. Нахуй. Да, сейчас Джурад уйдет, потому что у меня время все. Кто это рыгал там, я не понимаю. Это не рыгали, это человек лагал. Смотри, мне нахуй. А зачем на него смотреть? Я тебе расскажу просто. А на Шарпе какого-то хила выставил? Да. Вроде кого? Должен был быть. Я не знаю, все, наверное, побежали. Я же сказал, так, надо здесь, держать. А я должен, блядь, стоять наверху, сука, хилить нахуй ёбаного, блядь. Ну, подождите, пожалуйста, смотри. Секундочку, сейчас последний кусок. А, Мосса, какой у тебя кусок будет? Второй, третий? Первый. Первый. Ага. Смотри. Вот что убили с одним паладином. В следующий раз будем знать, что надо наверху оставлять. Все, я просто не знаю. Я сказал, а че побежали, это уже другое дело. Я не могу за всем следить. Что, никто больше не ролил куски, что ли, будет? Что... Я ролил Ромка, и все. И Джурада. Все. Даже видите? Суджира выше Мосса. Скрытый Гидрос. Мосса в ШГБ получил, спустился. Малики, ты в Дисе? Короче, ты... Не надо ничто никому там, у тебя этот кусок. Ты по приоритету первый. У тебя первый, у него первый, у всех первый. Либо вы, сука, нажимаете крестик, либо вы нажимаете main spec. Меня эта хуйня заебала. Сейчас перекидывать одному, вычитать, прибавлять. Все, получил. Пускай лежит, блять. Накопишь, воронки выбьем, откроешь кусок. Это понятно? Сука, эти кнопки, блять, не для игрушки сделаны, нахуй, чтобы вы там сидели, блять, игрались. Нажал, забираешь, все. Так, это ЕП начислить, я пойду туда, Джурану. Время позднее время. Может, надо спать.